Привет, ребятки, подписчики, зрители. Выехали мы с родными в зал Я-4 элемента. Антенна на ДСБ. Вот. Вот тут это получается восток. Это Орехово, это 70 километров от Запорожья на восток. В общем, сейчас попробуем на ДСБ что-то принять. Какие-нибудь, может, проведем связи. Так, вот эта ДСБ антенка. Попробуем принять что-нибудь на нее. Так, что-то есть, все фиксируется. Есть 33/25. СВР 889. Есть. Сейчас будет видно их. Еще один. СВР-889. Так. Флайрадар. О! СВР-889. Вот. Вот он, Батайск, 10 километров, отлично. Так, есть, пробуем, вот, отлично, один есть. Так, ну все, хорошо, вот я его принял, смотрите, и идентифицирует даже больше их, неплохо. Так. Три борта, как видим. Есть, хорошо. Вот два уже. Два борта принимаем. Отлично. Получается, приняло три борта, считай. Четыре. Заработало. О, еще больше. Так, мэп. Так-то он видит и поболее. Самый дальний борт вот СВР. Я в Запорожье нахожусь. Так. ЛЛМ-861. Ну так неплохо принимает. Отлично. 160 мы обычно работаем. Может, тут там вызвать. Ну, Ореховских я знаю, да. Еще раз свой позывной назовите, я в ролик вас как раз это вставлю. Хоть с вами сработаю. Так, еще раз назовите позывной и откуда працуете. Да, Ульяна, Радио 3, Щука, Дмитрий, Роман. Город Орехов, откуда же еще? Орехов, Юрий, прием. Да-да, Юра. Это вы не на этом, не на Правду там улице, не? Да, на Правде. Ага, я понял. Ну, мы как раз заходили, этот, мы, получается, соседи, сосоруки, ну, поняли, да, вот это ж мама, я, ну, внук деда Максима, заезжали, там же сейчас Вася херней мается, по-другому не скажешь, поэтому дивилась там, в шохата превратилась. А, понятно, так я понял, да, не надо, нет, я уже давно не видел, я как был, ну, я не контачу, так что я не могу говорить. За его движение. Так это вы чуть-чуть радиолюбитель тут, да? Сейчас, секундочку. Я так и не понял, вы... Сейчас.
Сейчас, секунду, а ну-ка, ваш позывной, пожалуйста. Ульяна Роман 3, Щука, Щука Центр. УР3QQC. Ульяна Роман 3, Щука, Щука Центр. В Ютубе канал у меня есть, так и называется, как мой позывной. Я там записываю связи, в основном на УКВ работаю. Вот. Ну, в общем, считай, получается, заразился радио я от Славика. Ну, Славик это вы знаете, поэтому я не чуть-чуть радиолюбитель, а сильно. Да-да, как зовут? Так, нахожусь Новопавловка, не доезжая до Орехова, там километров 12. Горка здесь, горка. Возле кладбища нахожусь. Антенна у меня 4 элемента в руках и 5 ватт. Портативочка. Вот сейчас на вас направил, Александр. Еще раз позывной свой назовите и место знаходжения Пологи, да? Да, Пологи, Пологи. Так что правильно в сторону Орехова направил как раз. Ну и на Пологи будет, я так думаю. А ну прикинь, одно направление, как на Юру, так и на меня, да? Миша, Пологи, Ульяна, знак, семерка, Щука, Люба. Ну, сейчас 25 ватт у меня, 25, прием. Да-да, Миша, принято. Ну, шикарно, 5-9 с плюсами проходите, как и Юра. Отлично. Ну, у меня 5 ватт, больше нет, портативка и 4 элемента в вашу сторону, QSL. Да-да, Саша, ну, 5 баллов по эсметру моему. Тут относительно жадный. Ну, как вот тоже, примерно как Ореховцев слышно, так и тебя. Так что без проблем. А еще раз позывной назови. Позывной Ульяна Роман 3, Щука, Щука Центр. УР3, Щука, Щука Центральный, QSL. А, да-да, ну когда-то мы с тобой уже QSL проводили. Ну я УКВ-шные не записываю в основном. Ну раз слышать, все хорошо. Три элемента, пятиэтажка в твою сторону. Ну высота у меня тут 120 метров над уровнем, так что тут у меня высокопреб. Да-да, принято. Ну я ролик пишу на свой канал. В Ютубе у меня канал называется так же, как и мой позывной, UR3QQC, только по-английски. Вот. Ну, United Romeo 3, Queen Queen Charlie. Так что, если захотите, посмотрите, как я что принимал, QSL. Хорошо, хорошо, как-нибудь по свободе зайду. Спасибо за QSL, удачи вам. И всего самого. С праздничками 7 и 9. Всего доброго. Да, все наикращее. Всем 3, до побачення. Юра, спасибо. Не вопрос. Миша, ну там место, вот что Орехов яны построили, надо наверху, там оттуда видно весь Орехов. На 2 метрах Ульяна Роман 3, Щука, Щука Центр, дробь поле, всем прием. Щука Николай. Ну, конечно, 5-9 с плюсами. Саша Александр в районе Новопавловки, тут на бугор залез, 4 элемента в руках, 5 ватт. Відкіля працює, это здесь Александр. Понятно. Тут по Фенка, работаю с Орехова. Орехов. Тут я не ту кнопку нажимал, тут же верхнюю кнопку нажав, одна частота. 5-9 Александр в Орехове с наступающими. На приеме, Александр. Да, тезка, спасибо, вас тоже с наступающими. Тоже 5-9 с плюсами шикарно принимаю. Ну, в принципе, мы ж тут рядом, 12 километров, QSL. QSL, а что за аппаратик работает? В руках 4 элемента, волновой канал. И этот, Воксунг радиостанция УВ-6D. 5 ватт, выходная мощность, QSL. QSL, а я... А, я тоже с 5 ваттами работаю, да, я думал 1 ватт. Так, решил КВ послушать. Интересно, что услышим. Вот пираты. Thank you.
радио Победы, 74, Николай Дмитриевич. Прохождение идет на 27. Сейчас 13:56. Железная дорога. Ну, в общем, неплохо, правда, активность, конечно, нулевая практически. На FM сейчас покажу, тоже не густо. Thank you.
Це мовчати, адже вже зараз ми розпочнемо 100 хвилин. Якщо пошук не розуміє. Чинність поліса і Герасименко. Фан-сектор. Що